9 октября 2021 года. Этот день я тоже посвящаю спорту, а именно полумарафону, посвященный 126-летию со дня рождения нашего замечательного русского поэта, родина которого Рязанская область, Сергей Александрович Есенин. 21 километр 100 метров бегу впервые, никогда не бегал. Хочу себя попробовать, задачи какие? Пробежать. Результат, конечно, не важен. Погода стоит отличная, солнечная. Обещают синоптики где-то 11 градусов тепла. Забег будет в 12 дня. Что характерно и что очень-очень приятно, то что нет стартового взноса. Сейчас, наверное, все соревнования, какие проводятся в нашей стране, просто все подлежат регистрации, оплате и так далее, и так далее. А вот такой подход к этому мероприятию очень приятно. Правда, там количество мест ограничено. Ну, кто хотел, я тоже вот в последний момент фактически зарегистрировался. Но все равно, вот даже сегодня я заходил, смотрел, 5 свободных мест, пожалуйста, регистрируйтесь. Не знаю, что из этого получится, но думаю, очень-очень интересно будет. Попробую я осветить ход этой гонки. Стартовый городок, 3 километра, 5 километров, 10 километров, 15 километров, ну и, соответственно, финиш. Ну, я так планирую, если так, конечно, получится. Ладно, что характерно, что очень приятно. Старт и финиш в разных местах. Старт в городе Рыбном Рязанской области и финиш, соответственно, на исторической родине, в месте рождения. Это село Константиново Рыбновского района Рязанской области. Это реальная, настоящая родина Сергея Александровича Есенина, где находится его музей, усадьба. Поэтому, думаю, правильно принял решение. Давайте до встречи в стартовом городке. Так, отошел я от стартового городка. Шумно там. Только что ребята маленькие прибежали. Блин, достойно. 13 с копейками, 3 километра. Молодцы. Вот, зарегистрировался. Казалось, короче, сюрприз, как обычно. Если нет справки, не допустят. Вот и пожалуйста. Ладно, пойду переодеваться, разминаться. До встречи на старте. Поперли! Включаюсь, 5 километров. Какой совет дадите? В транс войти надо? Это индивидуально. Вот так вот. Ладно, бежим, пока полет нормальный. Так, пробежал десятку. Вон парни добирают. Темп у них получше. Пока надо потерпеть. Я думаю, для первого раза нормально. Все, бежим. Пятнашка. Тяжело, конечно, первый раз. Тяжело. Терпим. В анабиозе. Бегу! Здорово, спасибо! Так, время примерно, результат 1:46, где-то вот так. Есть одна проблемка. Когда стартанул, не сразу включил часы. То есть не сразу пошла запись.
Где-то, наверное, метров 600 пробежал, потом только опомнился, потом включил. Ладно. Все равно это опыт, это первый мой половинка марафона. Вот такую медальку дали. На фотографию выложу в Инстаграме. Молодцы. Повторюсь. Регистрация без стартового взноса. Очень классно. Ощущение. Мозоль, наверное, будет на левой ноге конкретная. Но ничего. Не ожидал, конечно, я, что в этой обуви может быть мозоль. Бегал, потому что в них вот весь сезон. Очень много знакомых. Ну, доволен. Так что, как всегда, занимайтесь спортом.